посидим на свежачке. Хутор Волчинский. Нет, Вышневецкий. Декоративный колодец. Бунгалоу с наших знакомых. Строят теплицу. Стройка чувствуется, их напрягает, как любых. Выставил я видео, как я провел 25 июня утро. Пришел отзыв. Вот, мол, вы тут такое показали, у вас тут и купель есть, и дом есть, и участок есть. И смотришь, и чувствуешь, что ты в дерьме. Знаете, что я ответил? Я ответил. И я в дерьме был. Но не пожелал в нем оставаться. У меня есть голова, как и у вас. Я могу самообразоваться, и вы можете это сделать. Я могу свое отстаивать, и вы это можете свое отстоять. Человеческое существование. И кто ж тогда вам виноват, что вы остались в дерьме, были и остались? Я не захотел. Да. Заканчивайте ваш репортаж. Спасибо. Мы ведем свой здоровье. Репортаж. Необъятный. Так это что за этот? Это сурица. Сурица. Попробуем, что это такое. Это древний вообще славянский напиток. Но его можно настаивать не только на пшенице. Грецкие орехи ты бросишь, так же зальешь водой. Грецкие орехи. Обычно зеленые просто. Или карите уже такие. Ну, те, коричневые, белые, наверное, да. Да вот. Во-первых, потом орехи можно есть, они становятся мягкими. И пить. Как говорят немцы, gute Schmeck. Ну никакой. Ну понятно, да. Ну вот я все хочу купить этот АВП-метод, который меряет плюс или минус. Есть свободные электронные или нет? Есть такие АВП-метры. Угу. Они недорогие. Это я тут сижу и слушаю, мне приходят всякие тут эти, знаешь, эти... Леночка, я тебя перебью. Комета ж летит, на север смотрите. Уже летит, уже видно. Смотрите на север, в район Большой Медведицы. Да, сегодня ночью. Ночью, да. У вас, наверное, вообще должно хорошо. У нас, знаешь, вот не, стаканчик, давай сюда. Надо, у нас тут такие звезды ночью. Да, я представляю, если у нас там, а у вас и подавно, у вас вообще. Так оставайтесь, будем комиду смотреть. Комиду. Комиду, да. Мы, кстати, в августе вот собираемся и садимся на балконе, смотрим на небо, желания загадываем. Сколько звезд падает. Вот и я к вам приеду. Вот сколько все видят, я не вижу, где она упала. Да, что ты такое? Вот пролетела. Раз, ручек такой, вижу, раз, ничего. Да. Вот. Да, тут ничего нету, тут хорошо видно, а как они падают. Да, и в августе же так много, много здесь неба. Какое небо голубое! Какое небо голубое! Какое небо голубое! Ты смотришь? Да ничего, я думала еще тебе лычи нарвать. Нет, вся она осыпалась. Но я зато, ну вся уже такая. А тут после дождя, наверное, прямо. Давай вишни нарвем. Но она такая, знаешь. Не, не надо. У нас у самих вишня есть. Не сортовая. Хорошо. У меня два этих, две вишни, Владимир. Я прям хорошая. Вот такие-то дела. Это хорошая вишня, да? Можно родиться в дерьме и в нем же остаться. Много мы в этом году нарвали. А можно родиться, понять, что ты в дерьме. И сделать все, чтобы из него
вылезти, жить по-человечески. Она, потому что детям вот с самого она тоже так нравится. Да. Я прям где увижу, поливаю. И я ее вот, значит, вот эту большую покашу, а она это ж по низу. Вот. И она расползлась. Пахнет, запах такой шикарный. Сейчас такие яблоки остались. Пахнет вот этими яблоками и вот этой вот медом. Скопец. И поэтому я стараюсь. Борила, борит. Хочет забороть, хочет забороть. Мы сажали тут травы, мятлик этот. Ай! Да, борила. Ай, борила, ай, борила. И поливали. Приехали. И мячик принес. И все, а мы мимо прошли. Команды. Да, простые команды. Говоришь, сидите, если он сядет, то кусочек. Да. Это вот самый первый Цезарь был. Такой хороший мальчик Вова. Он сейчас уехал в Ростов, открыл свою псарню. Да. Ну, он такой, говорит, да, чем больше узнаешь собак, тем людей, тем больше нравится собака. Ай-яй-яй. Так хорошо. А теперь известная радиостанция предлагает вам неизвестный хит.